Влада Приора. Нет, красавица, это ты. Поехали в Махачкалу, гору покажу. О, салам алейкум, братишка. Ню-ню-ню. Ай-хай, девушка вашей мамы. Нет. Девушка вашей мамы. Да никто и не нужен. Что вы кричите, девушка вашей мамы плохо? Почему? Потому что у нее нет зятя. Рейтинг R, значит, убери ребенка, мать твою. Показывает компания Universal. Окей. Ладно. Так как ты себя называешь? Como se llama? Антонио Монтана. А вы? Как вы себя называете? Где ты научился говорить по-английски, Тони? В школе. И еще мой отец, он был из Штатов. Ты еще извини. Как вы был? Он был янки. Он меня часто... Я всегда знал, что однажды я окажусь в Штатах в фильме «Лицо со шрамом». 80-е, Майами. Они называли это место маленькой Гаваной с американской мечтой. Но нужно было платить цену, и только один человек из миллиона был готов заплатить эту цену.